Такую страшную находку, расстрелянное тело щенка, обнаружила одна из женщин, подкармливающих бездомных собак в районе улицы Станкостроителей. Псов здесь действительно много. Живут они на территории металлобазы с разрешения руководства. Животные всегда сытые, поэтому и добрые. Выглядят упитанными и ухоженными. Но все же нравится эта стая, видимо, не всем. И за последний месяц убили 4 собак. Был приказ ликвидировать их, потому по словам общественности, они как бы приносят угрозу, но они без повода и даже не выйдут сюда. Они в основном находятся на территории, на соседней. Так что это вот по случаю мы пришли, да, они вот выскочили сюда. Особо не представляют вреда, и повод отстреливать их, конечно... И первое, что мы обнаружили, пулевые отверстия на собачке были явно очень видны. Одно явно сердце, при том прямое попадание, пулевое отверстие. Второе мы видели на бедре и третье еще на лапе. Пулевые отверстия входящие, они были порядка 2 сантиметра. Притом ровные края, это не дробь. Это, ну, кто знает оружие, те разбираются, они поймут. Когда мы трупик перевернули, то выходящие отверстия, они в районе 5 сантиметров. Тела отстрелянных собак оставляют прямо здесь, на снегу. Женщины предполагают, что животных убивают ради забавы. Стреляют не дробью, не дротиками с усыпляющим веществом, а пулями. Явно кто-то беспредельничает, кто-то делает отстрел животных, которые, собственно, не несут никакого вреда. Вот собака лежит, она никого не трогает. Вот. А на сегодняшний момент кто-то вошел в раж, кто-то пытается их всех убить. Уже 4 трупа, уже собаки просто выкидываются на обочину, как ненужная падаль. Но кто на себя такое мог взять? Почему Божий суд вершит? Почему он с расчехленным оружием здесь ходит? Почему участковые не принимают меры? Женщины написали заявление в полицию, ждут результатов вскрытия. Возможно, в теле собаки найдут пули, которые можно будет приобщить к материалам дела. Активистки надеются, что правоохранители отнесутся к ситуации со всей серьезностью. Женщины опасаются, что когда садисту надоест стрелять в собак, он примется за людей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.